В студии «Арт Караваджо» города Каспийска стартовала новогодняя акция в поддержку участников специальной военной операции. Организаторами выступило Управление культуры муниципалитета. Эта акция организована в поддержку СВО. То есть дети пришли в нашу студию, чтобы разрисовывать новогодние шарики. 30 декабря будет на площади стоять елочка. На этой елочке будут висеть вот эти вот шарики, которые здесь дети расписали. И каждый желающий может прийти, приобрести себе этот шарик, купить, а все деньги пойдут в помощь СВО. Преподаватели художественной школы и основатели студии провели мастер-класс по росписи новогодних игрушек, где дети включили весь свой полет фантазии и вдохновились новогодней атмосферой. Наши дети рисовали сегодня в дагестанском этническом стиле. Вот по этим работам можно увидеть. Большинство старались, конечно, более новогодние темы делать, но дагестанский мотив все равно здесь присутствует. Мы когда детям сказали, что они сюда придут, у них такие соревнования начались. У кого больше будет работ, кто сделает покрасивее, уже начали друг другу придумывать призы какие-нибудь. Я выбрала эту тематику, потому что тут и цвета очень хорошо сочетаются, и очень красиво, снежинки, всякие завиточки и узоры. Основная цель акции была направлена на развитие патриотического воспитания. Стоит подчеркнуть, что приняли участие в акции воспитанники детской художественной школы Каспийска. Они проявили большую инициативу, где каждый хотел вложить всю свою душу и энергию в работу. Мы детям даем какую-то базу, и отталкиваясь от этой базы, они уже создают что-то свое. То есть мы не даем им копировку, им даем свободу, чтобы они что-то такое сами придумывали. То есть они к тому, что мы им даем, они плюс еще добавляют что-то, как бы свое состояние, возможно, да, свои эмоции туда вкладывают, эти игрушки. Мне просто воодушевило, меня это настолько, знаете, прочувствовалось даже, можно сказать, таким образом. Очень интересно, всем понравилось, вместе дружно поработали, учителя помогали. Угу. Безумно нравится классная акция. Делать благое дело, правильно? Очень нравится. Преподаватели отмечают, что подобные мероприятия позволяют детям чувствовать себя полезными обществу. Отметим, что Управление культуры Каспийска для более продуктивной работы организовали для детей фуршет со сладостями и фруктами.